Муромские саплинцы против террора. На базе отдыха «Буревестник» расположился военно-полевой лагерь. 50 юных защитников Родины уже сейчас готовятся к выполнению своего гражданского долга. О патриотизме не на словах, а на деле в сюжете. Равняй! Смирно! Государственный флаг Российской Федерации поднять! Построение, подъем государственного флага и исполнение гимна России. Знание и уважение главных символов страны – это основа патриотизма. Стремление служить Отечеству – вот что объединяет юных саплинцев. И сегодня они собрались здесь, чтобы научиться противостоять одной из глобальных проблем человечества. Такая организация, как Исламское государство, сильно воспряла, овладела огромными территориями и представляет собой, конечно, угрозу всему мировому сообществу. Первым помощником президента Российской Федерации была четко поставлена задача о подготовке детей именно по программе борьбы с терроризмом. Занятия начались с демонстрации искусства маскировки позиций снайпера. На вид абсолютно пустой пригорок, прикрытый сухой травой. Но под соломой прячутся самые младшие саплинцы. Ребятам совсем немного лет, но маскируются, как опытные вояки. Мы ищем какие-нибудь ямки. Ложим туда снайпера и накрываем все это листьями. Ну и надеваем специальные костюмы. Следующее немаловажное испытание, но уже для воспитанников постарше – поиск мин. Как профессионал Андрей Скорняков движется по заминированному коридору. Одно неверное движение – и все взлетит на воздух. Хотя закопанные снаряды – лишь имитация, они выглядят весьма устрашающе. А вот миноискатель – настоящий. Идет писк изначально, надо настроить. А потом, если ты наводишь его на металлический предмет, неважно какой, он начинает шуметь сильнее. А это импровизированная переправа через горную реку или ущелье. Задача участников – перебраться по канату от одного дерева к другому. В процессе обучения все выглядит безобидно и безопасно. Но при настоящей переправе следует быть очень осторожным и внимательным. По сути дела, мне нравятся виды все, но это тоже такой более учебный, ну, помогающий, тоже, ну, нравится одним словом. Немаловажной является и огневая подготовка, во время которой ребят учат обращаться с оружием. Выстрел! Раз. Выстрел! Еще одна опасность – подводные диверсанты. И с этим заданием саплинцы справляются успешно. В водолазных костюмах они погружаются на дно озера. Юные патриоты готовы к любым экстремальным ситуациям. А это значит, у нашей Родины есть достойные защитники. Анастасия Белова, Николай Молоденов, Новости Муром.